как проходит лечение кариеса в Dental Fantasy. В самом начале администратор надевает браслет по стандартам GCI. Далее аниматор встречает маленького пациента, чтобы ребенок освоился и настроился на позитивную волну. В игровую выходит ассистент или врач, чтобы познакомиться с ребенком. Они подружились, придумали игру и идут вместе в кабинет на важную миссию. В кабинете ребенка ждет огромный кинотеатр на потолке, мягкий анатомический матрас, антистресс-игрушки и даже очки, чтобы медицинский свет не мешал просмотру. Доктор выполняет обезболивание нежно и очень аккуратно, в несколько этапов. Сначала наносим обезболивающий гель, чтобы десна потеряла чувствительность. Затем вводим немного анестетика, чтобы десна привыкла к новым ощущениям. И только потом вводим основную дозу анестетика и надежно обезболиваем десну и зуб. Ребенок не видит шприц и другие стоматологические инструменты. Они расположены за головой ребенка, и также за головой ассистент подает их доктору. После обезболивания мы фиксируем кафердрам. Это защита дыхательных путей и слизистой пациента, а также залог того, что пломбы будут хорошо стоять. После того, как зуб изолирован, доктор выполняет фотопротокол до лечения. Это нужно, чтобы зафиксировать и проанализировать всю клиническую ситуацию. Затем приступаем к лечению. При этом доктор использует оптику, чтобы видеть даже самые мелкие детали и работать с максимальной точностью. Врач не просто молча делает свое дело, а постоянно сканирует ребенка, беседует с ним, мотивирует и хвалит за сотрудничество. Каждый этап лечения обязательно мы фиксируем на фото и вносим в электронную историю пациента. И вот результат. Маленький пациент получает крепкий и абсолютно здоровый зуб. Конечно, после лечения ребенку полагается подарок, и мы открываем наш волшебный сундук.